Цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Нет, я собираюсь отправиться в отпуск. И все равно уже немножко думаю о том, а что бы я взяла с собой, да? Есть такие вещи, которые мы берем с вами в отпуск и носим, не просто не расставаясь с ними, потому что они являются самыми функциональными, самыми красивыми и нарядными. Вот ветровка, мне кажется, из той серии. Ты великолепно выглядишь, очень нежная, очень элегантная, очень необычная, я вам хочу сказать. Это кружево плюс кристаллы. И посмотрите на шикарную фурнитуру. Смотрится не как ветровка, а смотрится даже, наверное, как блуза на молнии с интересным капюшоном, как это бомбер, например, вы можете надеть с джинсами. Ну и к тому же вы всегда можете украсить любой образ, даже вечернее платье, например, когда будет прохладно, можете накинуть на плечики. Мне очень нравится вот этот необычный капюшон. Обратите внимание, что капюшон из кружева. А это значит, что такую ветровку из натурального полотна, из хлопкового полотна вы можете надеть даже в жару. Представляешь, то есть мы часто, например, голову в жару прикрываем, чтобы не выцветали пигментный цвет волос, и вот вы можете это накинуть. Мне нравится то, что это натуральное хлопковое полотно, а значит, нам будет комфортно и свежо. А благодаря тому, что бренд Ларичи конструирует так ветровочку, что она становится универсальной, то надевая такую ветровку-куртку, вы еще и будете маскировать нюансы своей фигуры. Слушайте, класс, да, сразу видно бренд. Посмотрите, сколько здесь деталей, достойных внимания. Посмотрите, какие здесь, казалось бы, мелочи, но которые общий образ такой формируют. Ну, прям любо-дорого взглянуть. Итак, мне нравится, что цена сегодня 1499 рублей. Это выгодная цена. Она действует только во время нашего прямого эфира. Друзья, мне очень нравится это предложение. Мне очень нравится, что сегодня вы можете надеваться ярко и модно. Вы можете получать вещи, которые сегодня являются последним трендом, и при этом заплатить меньше, чем 1500 рублей. Ну что ж, давайте знакомиться с цветами. Яркий малиновый цвет. Сейчас я его выбираю для себя. Обратите внимание, что я вполне себе эту ветровку выбираю с очень романтичным платьем. Конечно, потому что здесь у нас с вами ветровка с кружевом. Представляете, необычное решение. Есть белый вариант для тех, кто предпочитает такие вот белоснежные белый, варианты. Супер. Мне очень нравится, как смотрится. Подойдет абсолютно к любому образу. Классика – это темно-синий. Такой практичный получается. Вечерний. Вариант, мне нравится, да. Что здесь видно очень стразы хорошо. Бирюзовый. Яркий бирюза, посмотрите, очень насыщенный. Мне кажется, взять такую ветровку на море, вариант. Да, как это здорово всегда. 1300 рублей экономии прямо сейчас. Сегодня вы получаете максимальную скидку. Это бренд Ларичи, и у нас размерная линейка представлена от 50 до 60. Расскажи, пожалуйста, Свет, как подобрать размер? Мы с вами выбираем размер в размер. Это бренд у нас с вами Ларичи. А значит, у нас здесь прекрасная посадка на любой тип фигуры. Вот посмотрите, все девочки абсолютно разные, выглядят элегантно, выглядят женственно. Мне очень нравится то, что у нас с вами ветровочка, посмотрите, удлиненная. То есть мы с вами еще закрываем ягодицы. Кстати, давайте я подойду к Татьяне. Давай. И на 52 размер мы замерим длину нашей ветровочки. Танюш, поверни спинкой, пожалуйста, от плечевого шва. Так, 54 размер, смотрим, 69 сантиметров, видите, то есть у нас ягодичная зона полностью закрыта, тем самым, что мы еще с вами закрываем пышные бедра, да, животик, у нас все здесь замаскировано. Слушай, ну это здорово, действительно, такая ветровка обязательно должна быть в вашем гардеробе, накинули, я вот летом не выхожу из дома, если понимаю, что я на целый день уезжаю из дома, я не выхожу из таких вещей, она очень компактная, она очень легкая, она вас согреет и защитит. Если вам того понадобится от ветра, да, от какой-то вечерней прохлады или утренней. Всего 1499 рублей, а ведь это бренд Ларичи. Обратите внимание, здесь есть кружево, здесь есть стразы. Все, как мы любим. Скажи, пожалуйста, Свет, вот ты как эксперт, как стилист профессиональный, куда рекомендуешь надевать такую? Ты знаешь, она настолько универсальна. Вот мне нравится с твоим романтичным платьем. Вот. То есть ты пошла на свидание или, например, муж тебя пригласил в кино или в театр? На свидание или муж пригласил, или муж, мне нравится это.
Да, шикарное решение. Муж пригласил на свидание. Накинула ветровку на романтичное платье. Посмотрите, смотрится очень элегантно. Татьяна выбирает более такой сдержанный вариант, вариант классики. Например, пошла на работу, да, или на какие-то переговоры. Зато очень выглядит женственно. Вы видите, как у нас в центре выстраивается кружевная вставка. Это не просто украшение, это еще и дополнительная наша с вами стройность. Ну а наша Татьяна блондинка вместе с брючками и мокасинами выбирает для себя вариант casual на прогулке в городе. Супер, по шопингу. Да. Например, поедет куда-то за город и всегда будет выглядеть очень женственно. А кстати, Татьяна ведет активный образ жизни и очень часто путешествует, поэтому вот такая куртка, ветровка ей необходима. Легкая, комфортная, дышащая, взять с собой в отпуск, она не займет много места. Она невероятно практичная, а значит, вы получаете палочку-выручалочку в свой гардероб путешественницы. Всего 1499 рублей, да посмотрите, здесь россыпь страз, здесь фурнитура, здесь у нас с вами украшения в виде пуговиц, здесь каждая деталь говорит о том, что эта ветровка создана брендом. Но у нас очень ограниченная партия. Сейчас, прямо в день нашей премьеры новых коллекций, у нас выгодная цена действует, максимальная скидка и ограниченное количество. Малиновый и белый цвет сейчас являются лидерами, а я здесь с вами соглашусь. Кстати, хороший выбор заказать сразу две ветровки. Вообще, эта цена, я бы сказала, цена на футболку, а здесь у нас с вами верхняя одежда, ветровка, курточка, бомбер, то есть даже три в одном. Слушай, белый смотрится очень нарядно, и синий смотрится по-вечернему. А синий смотрится, да, изысканно, причем обрати внимание, что вставка у нас с центра кружевная, причем не просто украшение, а это, опять же, линия формирования нашей фигуры. То есть такой ветровки мы еще и визуально стройнеем. Облегчается силуэт, становится очень женственным, очень нежным. Мне нравится то, что ветровка на молнии, а не на пуговицах. Не надо будет долго застегивать ее. А мы легко и комфортно на металлическую молнию застегнули. Причем эта молния еще и очень-очень долго носится. Да? Не ломается, например, как пластиковая. Слушай, здорово. Здесь и кулиски везде есть, обратите внимание. То есть это полноценная ветровка, которая может сослужить вам службу. То есть она вас согреет, если необходимо. Я вот помню, когда мы путешествовали по Абхазии, там есть озеро Риц, да? Да. Ты вроде бы из лета приезжаешь в достаточно прохладное место, да, там такая прохлада швейцарского озера. И вот такую ветровку накинуть на себя, это просто отличный вариант. Здесь даже капюшон есть для того, чтобы вас согреть в том числе. Выгодная цена действует прямо сейчас. И даже при заказе одной ветровки в свою корзину вы получаете фиксированную доставку 199 рублей, которая действует почти по всей России. Поэтому набирайте бесплатный телефон, который вы видите на экране, дозванивайтесь до наших операторов, все звонки абсолютно бесплатные.